Вторая попытка записать это видео. Первый у меня на телефон позвонили. Я понял то, что перед записью видео телефоны надо выключать. Не так долго это записывается. Значит, вернемся. Перед нами 15 посылок. Вот одну я уже успел распаковать. Сегодня на Почте России прекратили. На сайте Почты России прекратили распечатываться 22-е формы для получения. Это было ужасно. Значит, что мы видим? Это конструкторы. То есть, в такой упаковке находятся две пластины. Из этих пластин вынимаются заранее по трафарету вырезанные вещи. И по принципу, либо загибаем ушки после вставления, либо проворачиваем, начинают получаться разные детали. То есть, вот в данном случае, если мы соберем вот этот конструктор, будет вот такой вот жук. Возьмем вторую упаковочку. Посмотрим налево, посмотрим направо. А для чего я снимаю это видео? Это видео я снимаю для того, чтобы можно было предъявить продавцу, если вдруг что-то будет испорчено. То есть в предыдущем видео, например, мы видели отсутствующие позиции. Было заказано 5 переходников USB. В упаковочке был один переходник. Я открыл спор. Продавец очень быстро этот спор принял и вернул мне деньги за недопоставленные 4 переходника. Стоили они 30 рублей. Вроде не такие большие деньги. Но 4 по 30 это уже ощутимо. Уже ощутимо. И я решил лучше уж снимать. А заодно можно и выкладывать. Здесь мы видим гитара электронная. Заявлена. Ну вот смотрите, да, например, мы видим то, что вот у нас помята упаковка. Было бы очень интересно открыть упаковку и узнать, повредилась она внутри или нет. Повредилась она внутри или нет. Ну и заодно, что там вообще внутри находится. А внутри находится... О, в данном случае одинарная пластина. То есть гитара собирается вообще из одной. То есть вот что из себя представляет гитара. Вот это, видимо, подставка будет. Это передняя, задняя часть. Не сильно сложная будет сборка. А внутри будет находиться вот такой вот, вот такая вот инструкция. Как ее собирать, что зачем следом идет. И рекомендация использовать вот такой вот инструмент для сборки. Он существенно облегчит вам жизнь. Вполне возможно, одно из следующих видео будет показывать, ну, либо процесс сборки, если я разберусь, каким образом монтировать видео и все это дело ускорять, потому что сборка одного конструктора может растягиваться на несколько часов. Либо, ну, просто в видео покажу вам готовые результаты. Затягивающий, абсолютно затягивающий вот эта вот сборка. Очень интересно. Очень кропотливо все это дело работается. Я собирал пока на данный момент рояль. После чего отдал инструменты, которые мне положили в подарок. Продавец мне положил в подарок инструменты. Я их отдал, и мне их никак не вернут. Без инструментов начинать уже совсем не вижу смысла. Так, здесь мы видим вертолеты. Здесь мы видим вертолеты. Упаковка у нас не помята. И что очень хорошо, то что у этого продавца, если мы берем коммерческий груз, у него однозначно понятная этикетка и надпись на английском языке, что вполне можно прочитать. У некоторых там часть здесь что-то написано, часть тут написано. Ну, то есть возникают определенные сложности.
Кстати, вот я не совсем могу понять, вертолет тоже с одной, что ли, собирается. А пишут то, что по возрасту с 14 лет, начиная, этим можно увлекаться. Раньше, ну, видимо, понимают, что будет сложно. Хотя ребенку усидчивости приучать, я думаю, было бы полезно. Усидчивость, моторика, эти вот мелкие детальки. Кстати, если вы решили бросить курить, то, наверное, лучше этот конструктор не собирать, потому что не хватит у вас абсолютно точно тогда сил дособрать его, нервов. То есть вот запаковывать, да, на самом деле очень хорошо. Настолько хорошо, то что вот у меня возникает проблема распаковать. Ну, зато гарантированно ничего не испортится. Гарантированно ничего не испортится. Что мы здесь видим? Видим опять 5 упаковочек. И здесь вот такой вот самолет американского происхождения. Гадкий такой самолетик. Вообще у этих конструкторов есть, что у нас есть? У нас есть танки, у нас есть самолеты, у нас есть вертолеты, есть жучки, есть Звездные войны и есть Star Trek. Вот основные направления. Ну, еще здания, такие как Колесо обозрения, Эйфелева башня, Пизанская башня, мосты какие-то. Значит, здесь мы видим коммерческий самолет. Ну, Боинг. Очень, очень хорошая упаковочка. Хорошо подходящая для розничной продажи. Так что, если вы занимаетесь... Вот, здесь вот очень есть шанс, то, что попортилось. Если вы занимаетесь розничными продажами, перепродажами, то вот эти можно будет... смело брать. Так, ну, смотрите, да, вот однозначно видим, что у нас произошло. У нас загнулся. Так, ну, давайте попробуем распаковать, понять, испортилась у нас продукция. Надо открывать нам спорт или не надо? Вот мы видим то, что все-таки вот она загнута. Справедливости ради, мы понимаем, что продавец-то у нас в этом не сильно виноват. Больше меня интересует, как они их на одной пластинке умещают. Как они их умещают на одной пластинке. Нет, здесь ошибки. Нет, ошибки нету. Да, на самом деле на одной пластинке. Каким-то чудом он умещается. Вот, собственно говоря, был вопрос, почему эти конструкторы дешевле, потому что они на одной пластине. Предыдущие, вот, которые я собирал, они были на двух пластинках. Вот видите, здесь представлено, что у него еще может быть. Так, 5 мы распаковали. Подходим к 6. Подходим к 6 упаковке. Нещадно ее рвем. Очередные пупырышки. Очередные пупырышки. Мы тоже вскрываем. Нет, все-таки надо резать. Надо резать, надо резать, надо бить, все равно тебе водить. F-22 Раптор. Вот для чего он их туда-сюда поперекручивал, я не совсем понимаю. Потому что вот она же короткая, да, но пускай вот в мягком месте тогда бы сгибалась. Нет, вот тут так железочка, то сяк железочка. Этот пакет какой-то был слишком
длинный, видимо. И вот что самое интересное, представляете, я у продавца взял 15, получается, упаковок по 5. Причем вот он поросенок, на самом деле, почему он поросенок? Потому что он написал ихнюю стоимость груза. Так, видно вам, нет? Не видно вам ничего. Как 7,90. Вот эти вот 7,90 на 15 достаточно существенная сумма. Если бы я был, скажем, в Беларуси, то я уже вышел бы, наверное, за пределы беспошлиной поставки. Меня бы батька Луташенко денег бы уже хотел. У нас немножко проще, но надо понимать, что у меня очень большие все-таки суммы ходят. И как бы вот не хотелось бы из пошлины выйти. F-22 Raptor. F-22 Raptor. А у нас F-22 Raptor есть. Мы кладем один к другому. Получаем много F-22 Raptor. Открываем очередную посылку. Открываем очередную посылку. А подарков нету. То есть вот он взял, нехороший человек, сумму большую на упаковке написал, а подарки не положил. Это же неправильно. Вот положил бы он мне инструмент. Было бы приятно. Но он этого не сделал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Самолетики никому не нужны. У меня их много. Хотя, если нужны, я подозреваю, вы возьмете и сами зайдете по ссылке под видео. И закажете себя. Значит, я в этой ссылке, в этих ссылках, как раз дам размещение на электроинструменты. Ну, вообще на музыкальные инструменты, наверное, правильнее будет назвать это дело. Вот хотя бы одну бы вот, бесплатную бы положил. Поросенок. Нет, ничего не кладет. На самолетике, на вертолетике или вообще на авиацию, не знаю. Там надо подуточнить. На здание и на танчики. Танчики еще были. Не, ну вот на самом деле я вот прям вот расстроен. Как так можно? 75, 80, как минимум 80. Я у него упаковок заказал. Причем я не торговался. И на тебе, пожалуйста, никакого тебя подарочка нету. Это у нас скорпионы. Соответственно, ссылку на жуков еще. Я вот все думал, на кого еще будет ссылка. Ссылка будет на жуков. 13 минут видео уже идет. Вы мне в комментариях напишите. Мне болтать, может быть, поменьше. Или, может быть, вот здесь вот. Давайте посмотрим, насколько сильно помято. Вот видите? Вот это вот почта. То есть, по идее, вот железочки сами... Волосня какая-то китайская. Вот. Железочки сами, по идее, не пострадали. То есть, вверх можно было погнуть. Проблем никаких, но все равно абсолютно неприятно. Или не абсолютно неприятно. Ну, немножко неприятно. Немножко неприятно. Это точно присутствует. Осталось у нас три упаковки. И... Просьба у меня к вам все-таки будет, да, в комментариях, что вы хотите, чтобы я видео сборки снял. Ну, оно будет там занимать где-то полчаса, я не уверен, что у меня будет время разбираться, как его сокращать, обрезать, ускорять, вот эти вот всякие вот новомодные приблуды делать. Либо просто в следующем видео вам предоставить, как выглядит сорт, моделька чего бы то ни было. Да, точно, подарка у меня никакого китайского друга не будет. Это меня сильно расстраивает. Владимир Михайлович тоже этим, видимо, недоволен.
Он кричит из-за двери. Ну, ему немножко рано на самом деле вообще вот этими вот вещами интересоваться. Раз, два, три, четыре. Вот видите, вот у него разные упаковки, и он просто берет туда, пихает пакетики, по-моему, наклеечки вешает. Потом наклеечки вешает. Примитивно достаточно все это дело делается. Примитивно это делается. Ну и еще у нас тут вот тарантулы. Все, это у нас последняя получается упаковка. Это последняя у нас получается упаковка. Да, значит, в итоге у нас есть... Вы посмотрите, насколько сложно будет собирать тарантулы. Вы видите, вот это вот... Вот эти вот все вот отдельные маленькие, вот эти вот все вот частички, их нужно будет гнуть, складывать. Это вот будет, да, на самом деле интересная сборка, сложная. Вот этот вот жук, я подозреваю, будет до безобразия простой. Ну, мы видим, да, здесь минимальное количество деталей. Скорпион. Судя по всему, вот деталей очень много. Опять же, это будет достаточно интересное занятие. Ну, гитара это у нас... Ну, что там ее собирать? Я вам открывал, в принципе, упаковку. Увидели это. До безобразия. Простая. Примитивная вещь. Самолет. Тоже до безобразия простой. С него, наверное, надо начинать учиться. Ну, по маленьким самолетам ничего не скажу. Значит, жду от вас комментариев, как вы хотите видеть все это дело в сборке. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи!